И в завершении выпуска путешественнику Сарсенбаю Котрашеву, который пешком обошел весь Казахстан, подарили двухкомнатную квартиру в Жезказгане. Таким вот образом 72-летнего аксакала из Улытау отблагодарили за популяризацию новой области. Все подробности у Юланы Чаус. 72-летний Сарсенбаев Котрашев отныне живая достопримечательность Улытау. У священных гор он взял старт в марте и вернулся домой в октябре. За это время посетил 20 городов Казахстана и преодолел дистанцию в 8000 километров. За его передвижением следила практически вся страна. Улытаумен стал звездой соцсетей и лично встретился с тысячами казахстанцев. А главный вопрос и тема обсуждения – были ли вы в Улытау? Я всех приглашал к нам посетить Улытау. В тех городах, где я был, меня везде хорошо встречали, кормили, размещали в хороших гостиницах. Я видел уважение и поддержку. Это меня вдохновляло. Я торопился и быстрее, чем планировал, прошел путь. По возвращении домой в Жезказган Сарсенбая Котрашева ждал сюрприз. Градообразующее предприятие региона, корпорация «Казахмыс» подарила ему двухкомнатную меблированную квартиру. Это не только огромный вклад в развитие и популяризации области, в развитие туризма нашего региона. Но также, я считаю, это большой пример для молодого поколения. Ту силу духа, ту силу характера, которую проявил наш Агашка, это является живым примером для молодого поколения. Корпорация «Казахмыс» всегда поддерживает такие неординарные начинания. Теперь в мечтах 72-летнего туриста пуститься в кругосветное путешествие. Ну а в планах совершить пеший хадж в Мекку. Юлана Чаус, Зарина Зулпыхар, Улытауская область, Хабар.